А следующая песня, она была написана, вдохновлена, скажем так, деревьями, которые у меня росли под окнами. И что там только не происходило под этими деревьями. Но тут должен быть Роскомнадзор. В общем, а потом эти деревья спилили, а песня осталась. И они навсегда останутся в моей памяти. Деревья. Смерть так покорна, и близок ее конец.